хотите? Нет, пока не будем. Нельзя, да? Нельзя, да? Да. Спасибо вам большое. К акции взаимопомощи «Мы вместе» присоединяется все больше ульяновцев. Помочь пенсионерам, ветеранам, маломобильным и многодетным, всем тем, кто по каким-то причинам не может сходить в магазин или аптеку – главная цель добровольцев. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета по Ульяновской области раздали продуктовые наборы ветеранам и детям войны. Мы не остаемся равнодушными к трудностям жителей региона. В сложной санитарно-эпидемиологической ситуации мы оказываем помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции. В наборах продукты первой необходимости – крупы, масло, консервы. Зайти в гости и побеседовать за чашечкой чая нельзя. Необходимо соблюдать правила. Получатели наборов благодарят волонтеров и желают им здоровья.